Еще некоторое время назад общественность обсуждала свадьбу Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой. Однако на днях внимание публики переключилось на Тимура и Валентину Рубцову. Многие стали подумывать, что у знаменитости роман. Дело в том, что Батрутдинов имел неосторожность прокомментировать совместную фотографию с Рубцовой. «Красивая фотография. Интересно, когда начнут обсуждать нашу свадьбу?» – спросил комедиант. Несмотря на то, что Валентина уже на протяжении 5 лет замужем, кто-то уже стал представлять актрису в образе невесты Тимура. Стоит отметить, что недавно Бузова высказалась об отношениях с Батрутдиновым и призналась, что между ними нет ничего большего, кроме дружбы. А ведь до этого Тимур и Ольга наслаждались обществом друг друга на отдыхе в жаркой стране, а потом якобы случайно пересекли столицы. Чуть позже пара представила новую коллекцию одежды одного из российских дизайнеров –